Безопасно, экологично и с соблюдением всех требований продолжается строительство третьего агрегата карбамида на предприятии Тольятти Азот. Это важнейший проект не только для химического гиганта, но и для города и области в целом. Производство обеспечит дополнительные рабочие места и снизит воздействие на окружающую среду. С ходом строительства агрегата руководство Тольятти Азот регулярно знакомит горожан. На таких встречах люди могут задать все волнующие их вопросы. С подробностями Елена Туманова. Открытый диалог. Именно так можно охарактеризовать традиционные встречи представителей Тольятти Азот с жителями города. Источники финансирования, охрана окружающей среды, производственная безопасность. И это далеко не весь перечень тем для обсуждения. Горожанам важно знать, как идет строительство крупного объекта химической промышленности. Корпорат Тольятти Азот только в этом году за 9 месяцев заплатил вышестоящий бюджет порядка, чуть более 10 миллиардов рублей. Да? А мы понимаем, что эти деньги, как минимум часть, вернется в город. Это наша социалка, это наше благоустройство и так далее, и так далее. Плюс это 60 высококвалифицированных рабочих мест. Поэтому я считаю, это очень хорошо. Ну и плюс это производство будет перерабатывать углекислый газ, в том числе из других агрегатов. Поэтому я считаю, это для нашего города это очень важный и нужный проект. Проект третьего агрегата производства карбамида разработан с учетом лучших технологий в области промышленной и экологической безопасности. Его уникальность в том, что строительство идет в границах действующей площадки. На сегодняшний момент реализация проекта перевалила за 70%. В следующем году, естественно, если все будет способствовать пандемии, никоим образом на нас не будет серьезно влиять, мы планируем запустить агрегат уже в середине лета. Мы планируем начать пусконаладочные операции с целью завершения агрегата в середине осени. Новый агрегат предназначен для переработки аммиака в удобрение. Его технологические схемы схожи с двумя действующими, но мощность больше практически в два раза. В год третий агрегат будет производить более 700 тысяч тонн карбамида. В 2018 году начато строительство еще одного агрегата карбамида мощностью 2200 тонн в сутки. То есть мы, запустив этот агрегат, суммарно тремя агрегатами будем производить 1,5 миллиона тонн карбамида в год. Самый важный вопрос от горожан экологический. Представители Тольятти Азот утверждают, что после ввода третьего агрегата предприятие еще больше сократит объем выброса углекислого газа в атмосферу. Он будет использоваться в качестве сырья для производства удобрения. Фактически отходы производства станут сырьем для другого продукта. Ежегодно химическое предприятие «Тольятти Азот» тратит 5 миллиардов на поддержание действующего производства. Это замена устаревшего оборудования и установка новых технических решений. Такая работа позволяет химическому гиганту не только сохранять высокие показатели по выпуску продукции, но и обезопасить себя и город. Елена Туманова, Евгений Черемин, новости Тольятти.